Бо и Гавэй Бин. Ну а хореографом в этой китайской паре является Марина Зуева. Ученики, которые, вы прекрасно это помните и знаете наверняка, великие фигуристы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Исполняет короткую программу под музыку Петра Ильича Чайковского. Великолепно был исполнен выброс. Занимается китайская пара в Пекинском центре звезд фигурного катания. Вообще парное катание – это китайский вид фигурного катания, скажем так, прекрасно помним. Великолепную пару китайскую. Ксюй Чен и Хонгу Чжао. Ну, пожалуй, да. Китайские спортсмены завоевывают места сейчас. Во многих видах. Мы даже наблюдали их танцевальных парах. Были китайские спортсмены. Исполняют сейчас дорожку по прямой. В дорожке оценивается свобода, движение, осанка, плавность. Насколько спортсмены исполняют ее в соответствии с характером и ритмом музыки. Поддержка исполнена на скорости. В различных направлениях и со сложным выходом, что будет оценено судьями. Китайские фигуристы в парном катании, конечно же, они в первую очередь сильны исполнением технических элементов. Этим россияне, российская школа фигурного катания парного, конечно же, отличается в плане представления себя на льду. Там все. Но вместе с тем надо отметить, что оценка вот за компоненты и, в частности, представление хореографии сейчас набирает у них обороты. И, видимо, потому что работают с ними наши хореографы. Конечно же. Довольны. Особенно мы видим, Диньян доволен выступлением пары. Посмотрим, насколько же судьи прониклись катанием этой китайской пары. Сейчас мы, конечно же, увидим повтор выступления китайского дуэта. Сейчас видим, да, сольный прыжок, двойной луцк. Чисто исполнен спортсменами. Подкрутка. Амплитуда, конечно. Достаточно высоко, да, он ее подбросил. Тодес. Видите положение, да, партнерши? Насколько близко ко льду. Поддержка тоже, движение, все. Без особых помарок. Диньян в свободное время, вот у него хобби, как он написал в своей анкете, баскетбол. При таком росте, да.
Но это, конечно же, не сильнейшая китайская пара. Сильнейшую это прошлогодние чемпионы мира. Мы их совсем скоро увидим. Су Вензин и Хан Цун. А пока смотрим на оценки вот этой вот пары Ю Сяо И и Дзинь Яна. Китай в короткой программе в парном катании получает 54,72. Вот так вот. Да, высокие оценки. Откатались.